Система очень мощная. Ничего мощнее в мире нет. А когда я ее соберу полностью, она станет самой мощной и самой выдающейся системой в мире. Потому что она соединит в себя всех негодяев вместе взятых мировых. Это будет королева криминальной традиции. Обратите внимание. Идет движение, я убираю его, бью в мышцу и забираю. Там же весь смысл в чем? Я же не забираю у тебя сразу. Я жду, я иду на тебя, а ты меня бьешь, я убираю, бью тебя в плечо. И специально тебя сюда забаниваю, чтобы забрать у тебя нож. И следующий удар в грудину, как бы, да, уже все, приехали. То есть это завладевание оружием противника, чтобы оружие в руках стало два. Можно было биться двумя руками. Это отдельный будет раздел. В пайка и битва двумя кинжалами в руках, когда мы с тремя, с четырьмя. И что перед вами будет вылазить в настоящий момент времени? Пират Моро, кейптаунский гангстер или генуэзский пират? Неизвестно. Никому не известно, что сейчас вылезет перед вами. В какую, мало того, они могут вылазить как с пулемета в ходе боя на разных стадиях. Вот смотри. Смотри. Это не режущая железка. Есть другое ощущение? Да? Ну, слава богу. Кому еще на металле показать? Ну, давай. Вот удар идет, смотри. Бам! Смотри. Другое ощущение? Я тоже так. Я его убрал, ударил в плечо и забрал сразу же. И тут шею его забыл. Кто захочет учиться пайкае, я поэтапно, выпуская книги, делая видео, вас всему научу в течение года. В этой системе криминального боя, да, которая впитала в себе всю историю человечества и выпила всю кровь из всех людей нормальных.